Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона Фет, могу футболисты. Я знаю, что у многих после обновления выскакивает вот такая надпись, ребят. Это ошибка. Соответственно, в этой игре или приложении возникла какая-то неполадка, ребят. И есть одно из решений. Сразу скажу, что это не стопроцентное решение, но оно существует. Это решение помогло моему знакомому, то есть я не был уверен, работает это или нет, но знакомый подсказал, что у него это сработало. У меня вообще такой ошибки не выскакивало, я честно даже пропустил как-то обновление, я даже не понял, как оно было. Обычно что-то выскакивает, показывается, но я даже нажал проверку обновления, и у меня его нету. Не знаю, либо как-то само автоматически обновилось, или еще что-то, здесь честно не подскажу. Решение будет очень простое, ролик максимально короткий, лайк, подписка, колокольчик, ребят, ну а если вы не знаете, как вам, соответственно, купить топового футболиста, не хватает монеточек, то следующий короткий ролик для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста или топового кумира, то сайт Автофут для вас. Ребята работают на рынке продажи монет уже более 7 лет, более 100 тысяч выполненных заказов. Также на сайте вы можете купить подписку ФК-25 или любую другую топовую игру. И не забывайте про кэшбэк 5% в случае покупки монет. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Так, друзья, чтобы исправить этот баг и попытаться зайти все-таки после обновления в Ultimate Team, необходимо сделать следующее, ребят. Нужно зайти в веб-версию, соответственно, ФК-25. Как в нее зайти? Вы просто набираете в любом поисковике, в данном случае это я делаю в Гугле, веб-ап. По-английски, можно по-русски, не принципиально. ФК-25. Один из первых сайтов, скорее всего, самый первый, будет именно как раз вот это данное, так сказать, браузерное приложение, назовем его так. Вас попросят ввести логин, пароль, если вы ранее не заходили. Возможно, он у вас сохранен в Гугле, да, соответственно, вас сразу закинет в игру. Единственное, что если вы будете прыгать по страницам, то дождитесь сначала загрузки именно приложения, да, веб-ап-версии, потому что если прыгать по страницам, по крайней мере у меня так, не всегда она загружается как бы автоматически. Нужно побыть на странице хотя бы там секунд 20-30. Зайдя сюда, необходимо зайти в раздел «Составы». И у вас есть текущие составы, да, есть управление командой, есть текущий состав. У меня сейчас состав один, потому что заданий никаких нету, и я как бы здесь ничего особо не делаю, и поэтому состав у меня один, и все составы для заданий удалил. И здесь вот вам его нужно будет удалить, ребят. Удалить. То есть создать еще какой-нибудь состав, да, любой. Можно, например, скопировать состав, да, копия кантаны он будет называться, да. И тогда вот этот вы сможете удалить, то есть сделать вот этот активным. Да, этот удалить. Я сейчас делаю вот этот активным. Удаляю копию, потому что она мне нужна. То есть один состав в любом случае какой-то нужен будет. И вот эта штука помогла моему знакомому, ребят. Попробуйте, я на всякий случай еще почитал на различных пабликах. Помогает это многим. Не всем, сразу говорю. Это самая забагованная игра. Про какие-то другие баги посмотрите видео у меня на канале. Что касается как управления стиком вратаря, да. Быстрые замены, посмотрите, тоже багов прилично, их очень много, у всех они разные, у кого-то не засчитываются задания, здесь тоже нет конкретных решений, не повезло, да, если не засчитывается задание в карьере игрока или в карьере тренера, попробуйте заново создать карьеру, да, возможно, что-то там с настройками, непонятно. От себя еще скажу, что я тут недавно, несколько дней назад, вынужден был сменить тоже состав, и я не стал назначать никакие роли игрокам. И если честно, у меня команда заиграла вообще просто лучше. То есть просто вот в автомате все оставил. И сейчас я уже практически нахожусь в третьем дивизионе Ревальс. Выше, наверное, не пойду, не стоит упираться. Я однажды в своей жизни уже выходил в элиту. Несколько версий игры назад. Но это пот, ребят. Это реально трата времени, усердие. Это дичь. Больше такого не хочу и никому этого не желаю. Поймать своего, как говорится, Бапе можно в любом паке, и у меня самому того подтверждения выпадали топовые футболисты и в обычных наборах, и за слабые награды. Ну что, ребят, я надеюсь, я вам помог. Пишите свои комментарии, какие решения у вас, если они у вас есть, они вам помогли. Поможете другим зрителям YouTube, YouTube-канала и в целом пользователям игры FC25. Любите футбол, играйте в ФК-25, до встречи на канале. Всем пока, хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились.